приехали покататься на гору, на сноуборде, на лыжах. Ну, лично я выбрал сноуборд. Не первый спуск, конечно, сейчас будет. В принципе, уже привык. Первый раз катаюсь, хоть уж в Алма-Ате, ни разу не катался. Поехали! Настя, аккуратно, я сзади. Не надо, я сзади. Такой вот вид открывается. Дорога чистейшая. Сейчас самое страшное – тормозить. О, отлично спустились. Сразу расстегиваемся. Все. Воу. Так. Ой-ой-ой. Все, поймали борт. Очистили его от снега. Приехали. Такой вот вид открывается на гору снизу. Ну так, назовем эту гору для новичков. Более экстремальная. Спуск более крутой. Есть где попрыгать. А здесь просто, можно сказать, пологий спуск. Сейчас, скорее всего, пойдем сюда еще. Ну, мы отсюда уже скатывались. Просто некоторые не совсем еще привыкли к борту. Так что мы пошли на скат новичкам. Я вертикально снимаю. Хорошее начало. Горизонтально точнее. Не могу. О, кадр. Нормально все? Ладно, раз мы встали посередине трасс, сниму немного ночную трассу.
и поехали. Штянка попросила ее снять. Летим. Главное, ребенка не сбить. Минус попа. Ну, нормально. Все, покатушки закончились на сноубордах. Приехали туда к 12. В принципе, как и планировали, выехали в 11, приехали в 12. Катались до 8. Можно было, конечно, и остаться до 11. Небольшое время прервались на салют. Приехали в 12, уехали в 8. В принципе, 8 часов даже более чем достаточно. Абонемент безлимитный до 11 стоил 188 юаней, плюс 200 золотых, но золото возвращается. В целом оправдано. Оправданные цены. И в целом, первый опыт мне понравился. Первые пару спусков я, конечно, падал прямо на спуске. А потом уже привык, нормально. Но последнее падение, конечно, сказалось на мне. После него я просто пошел и просто присел. В целом, всем все понравилось. И никто не пожалел, что мы собрались. Возможно, до конца каникул еще соберемся и тоже сходим. Но, скорее всего, уже на вечернее катание, потому что к тому времени уже и снег так уложился, можно было спокойно поворачивать. Видео получилось, скорее всего, коротким, я еще не знаю. Минут так, наверное, на 5. Но день, в принципе, за эти 5 дней прошел. Проснулись, собрались, покатались, поели и вернулись домой. В процессе катания еще сделали перерывчик на обед. Удивительно. Цены были очень даже адекватные. Все в пределах 15 юаней. Заказал себе пельмени за 12. В принципе, на 10. А тут уже празднование. Готовится уже к празднованию китайского Нового года. Украсили дворик. Уже начинаются бомбить салюты. Представляю, что на сам китайский Новый год будет. Возможно, тоже куда-нибудь выберемся. Снимаю. Все горит. Я думаю, можно на этом видео и заканчивать. Оставайтесь на канале, подписывайтесь.